3 октября. Нахожусь в Казани, на стадионе снова, тренируюсь. Погода вообще великолепная, наверное, крайний день бабьего лета. На солнце плюс 15, но я вообще так по-теплому оделся, чтобы нормально так прогнаться в гонке. Всего вчера хорошо тренировался, сегодня вот тоже тренируюсь. 2 дня подряд контролирую собственное самочувствие. Сегодня большой футбол здесь. Любительская лига, пацаны все лето отыграли, молодцы, собираются, двигаются, девочки приходят, за них болеют. Но все так путем в городе Казани. Я тренировался, занимался собой, занимался своим организмом. Октябрь, значит, у нас что происходит? Мы не тренируемся в додзе, коронавирус снова давит. Но мы тренируемся сами, потому что наш путь — это индивидуальное занятие. Всем доброго дня!